Груви. Всем хай, с вами Юджин, и, ребят, этот день настал. Второй эпизод «Ходячих» вышел. Мы играем за Мишон. Мишон крута, как корнишон. А, какая шутка. В общем, второй эпизод «Ходячих» вышел, и по традиции «Ходячих мертвецов» страсти будет накаляться еще больше, и с каждым новым эпизодом будет все жестче и жестче и жестче. Я уверен, что под конец мы будем все плакать, скорее всего. Но не за Мишон точно, потому что мы знаем, что вы все читали комиксы, надеюсь. А может быть и не читали, поэтому если вы не читали, идите читайте, иначе тут куча спойлеров для вас будет. Вот такие вот дела. Вы предупреждены о спойлерах, вы готовы, надеюсь. Играть я буду много чуши нести и, возможно, буду кучу плохих решений принимать, потому что сейчас очень поздно, и я немного хочу спать, но я не могу спать, потому что хочу играть. Запасайтесь чайком, мы приступаем, начать второй эпизод. Никакого убежища. Смотрите, это та девка, сестра того парня, и она прокоцана. Скорее всего, мы свалим. В предыдущих сериях Мишон The Walking Dead. Разумеется, тут покажет нам все наши выборы. Да, я был из тех, кто не решился пулять себя. Мне интересно, кто вообще нажимает на эти варианты, типа, выстрелить. Если только ты, конечно, второй раз не проходишь игру. И тебе не любопытно просто, что будет, если ты нажмешь. Только, наверное, так. Я уверен, что первый раз все по-любому не стреляют в себя. I can't see a damn thing. Berto, hold the wheel steady. Greg? Who the hell are you people? Да, мы-то не можем скипнуть, к сожалению, да? Нет. Окей, ну ладно, будем смотреть. Заодно освежим себе память. Мне нравится момент. Вообще, с этими девчонками прикольно придумали. Они добавляют какой-то мистики, знаете, помимо просто обычного трэша, который есть в «Ходячих», и драмы. Здесь еще какая-то мистика присутствует. Психологическая драма уже получается. Грумпуфер? Грумпуфер? Блин, кто такие имена придумал? Стоп! Сэм. О, Бог. Я вот заметил, что в «Ходячих» такая есть вещь, что непонятно, как быстро ты превращаешься в зомби после того, как умер. Просто некоторые быстро, некоторые не очень быстро, некоторые прям долго успевают со всеми попрощаться, несколько часов лежат и на кровати, и прощаются со всем племенем. Окей. Окей. В общем, тут есть какая-то небольшая разница. Каждый по-своему заражается, и каждый по-своему превращается. Видимо, это зависит от какого-нибудь иммунитета, если взять во внимание, что это инфекция. Окей. Что теперь? Ладно. Let me help you. Нет, это не мишоновская тема, мне кажется. Окей, okay, I screwed up. Randall should be the one laying there, not your brother. I can't undo what I did, but maybe I can help. I owe you, both of you. Please, anything. You've done enough already. Я не могу ему доверять, он может обмануть нас. No, you'll never make it past us. Is he still breathing? Jonas, I thought you'd have more time. What do you mean? Oh no. Just go. But he might warn Norma. I won't. I want out of here as much as you do. Ну вот я именно поэтому не стал принимать его помощь, потому что мне кажется, что он просто может это воспользоваться этим. И типа такой, вот, смотрите, я предотвратил побег заключенных. Я хороший парень, любите меня снова. Thanks, Michonne. Oh, как это мило. For stopping me. Евгений, я бы на твоем месте присоединился к этим ребятам. Так. I'm glad I didn't kill Zachary. Ну ладно, он не заслуживает смерти, да. Difference between who's innocent and who's guilty. Zachary wasn't to blame. Then I can take a pretty damn good guess who is. Мы также еще не можем ей доверять.
потому что нам сказали, что она лгунья. Но, опять же, знаете, никому никогда нельзя верить. Нужно просто... Надо действовать и не бояться ошибку допустить. Это лучше, чем сомневаться. Я считаю, что Мишон достаточно крута, чтобы выбраться из этой ситуации самостоятельно. Но нам нужно своего забрать, да. Так, по стелсу пошли. Это медленно проходит, немного застревает. Стопэ? Окей, нам придется его вырубить. Мы его убили? Мы... Или я просто придушили немножко? Let's go. Но он заорал так громко, что я даже немного нервничаю, что они могут услышать. А, мы идем прямо к этой, к лидерше. Закари был useless. These people just aren't talking. Yeah. Problem is, we still know nothing about them. I'll get them to talk. Нам не обязательно даже выглядывать, мы можем просто слушать. It won't go down like that. I swear. It can't. Она разве не сидела вот там? Мне показалось, что она вот там вот сидела. А, это он. Держись, бро. Кстати, да, я не обратил на это внимания, но Мишон без, мальч, без своего, без своей катаны. Hey, Randall! А, shit! You wanna tell me how this happened? Zachary! He was guarding the door! Ох, мы попали. Блин, отстой. Samantha put you up to this? Where is she? Come так, on. Мне нужен только Пит. I'm only here for Pete. If you find Sam, you can have her. I'm not letting any of you go. Norma. Ну вот это уже отстой. Forget about the girl. We can figure this out between us. I'd like that, Pete. But your friend here seems to have other ideas. Randall, sound the horn. Sure thing. Drop the machete. Кинуть бы в нее. I said drop it. Ну, выбора нет, нам нужно бросить. Ситуация такая. О, блин! Ох, молодец. Так, за кем? Я думаю, за ним лучше. Толстуху-то можно прибить, я уверен. У нее меньше скиллов, по-любому. Так, ну как-то нехорошо получилось. О, какой он тормозной. Ох, молодца, это хороший был ход. Я даже не знаю, следовало убить ли его. We have to leave now. God damn it, Michonne. Always taking the hard road. You're still alive, aren't you? For now. Come on. Нам нужно просто свалить отсюда и все, и забыть про них. Да, мы не убили ни ее, ни его. И на самом деле для нас это хорошо, потому что... Ой, блин, кто это сделал? Да, мы сбежали, но мы не убили никого из них. Это значит, что мы хорошие люди, мы не кровожадные твари. Get down, motherfucker. Да, и мы даже лодкой не можем воспользоваться, потому что сразу увидят. Мы разберемся, Мишон. Есть идеи? Так, хорошо, давайте потихонечку высунем морду. It's okay. Так. Мне нужно кого-нибудь... Окей, а вот там что? We might have to fight our way out. Так, следующая фраза. Лодки, моторные. There's a boat we can use. We'll take them out if we have to. Them or us. No, we are not killing people. I'll give myself up. Pete. Buys you time to escape and no one dies. А смысл?
and I'll find a way back to you. I can reason with these people. That'll never work. Нет. To fight our way out. I'd rather not fight these people, but I'm not sure we'll have a choice. You start butchering their people, and our chances of making it out of here, any of us, go down to zero. I'm doing what's best for my crew. That includes you. Он просто сдастся. Блин, они же его грохнут. When you get your opening, run. We gotta stop him now. Нет. Show, no! What are you не doing? Могу я его отдать. Это. I could have talked them down. I'm not taking any chances. Хрен бы он их уболтал. Он сидел там привязанно и никого не убалтывал, нифига. Get ready. Окей, ладно, понеслась. О, как. И забрызгалась кровью. Так, давайте. Мне не кажется, что Рик бы стал вести переговоры, когда вот так все происходит. Ох, молодца. А, черт. Это, конечно, мы убили человека. Это мы тоже убили. Those people. Let's go, Pete. Holy shit! They're over there. Come on, swim for the boat. Короче, не сомневаемся, ни в чем, мы приняли решение, мы плывем. И мы убили нескольких людей. Hands off. Get them up. Да, блин. You've already так. Stolen our shit. You're not taking our boat too. Walk уходи. Away. You don't want to do this. Oh, I very much. Нет. Ой, я думал, сдохнет. Сейчас. Ну, как бы, этот чувак, Пит, тоже решил в итоге напасть на бабу. Не стал с ней договариваться о чем-то. Просто сбросил ее в воду, вырубив предварительно. Нет. Ой. Ой. Гребите веслом. А, стоп. Мы уехали. Это мы все сделали, вот эти все 5 пожаров. Разве? Мы выстрелили только в одну бочку, а одна лодка горела от всего. В итоге все загорелось. Но я мне кажется, я бы так и поступал. В плане, мы попытались договориться, нам, разумеется, не верят. И, скорее всего, эти люди потом начнут выяснять, откуда мы. И они докопаются до информации. Маузяка. Так вот, они попытаются докопаться до того, где мы находимся, а когда они узнают, они, разумеется, захотят это получить. И даже при том, что мы сейчас повоевали, в принципе, в истории много таких моментов, когда страны, народы ссорятся, дерутся, сражаются, воюют, а потом мирным путем все решают, устраивают... Организуют торговые пути и так далее. И да, все страны так делали. Все мочились друг с другом. И все торгуют потом мирно друг с другом. Короче, это все большое недопонимание. Вот сейчас происходит. И тут вопрос жизни и смерти, как мне кажется. И нехорошо давать людям преимущество и палить то, откуда ты пришел, я считаю. Так что мы все правильно сделали, да. Не без жертв обошлось. Нет убежища. Нам-то же что-то пробили, правильно? Они бы не послушали. You're crazy if you think Norma would listen to you. I think she would have done anything to avoid that. All I'm saying is next time let me do what I do first. And if that doesn't work, your machete can do the talking.
There's no way we can get back to our boat. We can hide out at my house until it's clear. My dad can help you. It's not far. We'll get there before morning. Так. He can really help us. He's the smartest guy I know. He's got a temper, but I can vouch for you. Ну, пока выбора нет. Мне кажется, это лучший вариант. Что происходит? Они сигнальные ракеты пустили? Или они продолжают взрываться? Нет, это сигналка. Это сигналка. Сигналка не может быть просто так. Они пускают это для своих. Есть отряды. У них есть отряды, либо еще какие-то другие города. О, блин. Это в нас стреляют? Куда? А, ползем, ползем. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Вас небезопаснее, спасибо, что сказали. У меня как будто бы есть выбор. Блин. Ох, это попали мне по лицу. We can lose them in the woods. How are we gonna do that? Yeah, it's not like we're just gonna walk through those things. Just watch. Просто смотри, как это дело. На лодке есть веревка. Так, давай. Мы тебя... Так. Стоп, надо руки обрезать. Ага. Вторую. Hold it down. Jesus Christ, блин, представляете, как в реальной жизни это все было бы, на самом деле. Вот, когда ты смотришь сериал или видишь это в игре, ты воспринимаешь это как нечто реально гниющее и вонючее, идущее на тебя, которое... Вот просто одна ошибка, и ты покойник. Все, одна ошибка. И оно воняет, оно мерзко выглядит. Окей, свои, свои, свои. Ну так вот, к чему я говорил. Представляете, как это все было бы в жизни? Насколько нужно... Вот, особенно первые разы, мне кажется, сражаться с зомби очень страшно. Было бы. Мерзко. Страшно того, что одна ошибка, ты не представляешь, как он себя будет вести. Вот они хедшотят, блин. Они хедшотят, как боги. Да нет, только не это. Что они? Что они стоят? Так. Что-то в стаде? All I see is walkers. I don't think there's anything worse than that. Just keep going. Michonne? Шип. Надо шепотом говорить, а не болтать вслух. Я не понимал, а почему зомби, если мы им пасть оторвали, почему они не поворачиваются к нам? И не пытаются, ну не знаю, дотронуться до нас хоть этими зубами. Это вот странно немного. Конечно, это нелогично, нифига, если так задумываться. То есть, то они хотят тебе съесть, то они... Окей, нам отрезали пасть, ну тогда, пожалуй, мы не будем больше пытаться их укусить. Окей, мы сбежали. Стадо их отвлечет на время. Я почему думаю, что у нас будет весь эпизод все еще в этом городе находиться, и мы там познакомимся с другими персонажами, будем что-то делать, а они как вот, оказывается, все замутили.
crew's gonna have to wait. We'll circle back when things cool off. Better not take long. Don't like the thought of Oak left unsupervised. There's a shortcut to my house. But you're not gonna like it. Борода растет, ребят. Жесть просто. Она заполняет мое лицо, захватывает просто. Да. Я думаю, что сейчас именно самый подходящий момент, чтобы об этом поговорить. It's not as bad as it looks. I know the way up. Так. This will work. How are we supposed to climb this? Carefully. Ну, вариантов, наверное, нет других, if да? If we survive this, I won't complain about going up the rigging anymore. Craig and I climbed it one by one. But I don't think we have time for that. Follow my lead. Блин, да все такое хрупкое и правда. Представляю, все эти болты, гайки проржавели за все это время. Бар-бар-бар-бар. Да ладно, давайте выберем. Мне кажется, вот это понадежнее почему-то. Потому что она светлее. Чисто психологически она выглядит приятнее, потому что она не темная. Не темная балка. Нет, майнгот, зацепись. Молодец. Так. Так, молчать. Нет времени болтать. Надо просто двигаться. Нет, есть время молчать. Нет времени болтать. Давай, подтягивайся. Блин, а че этот чувак тупанул? Он должен был нас на мушке держать. Это он ступил, реально. Я бы ему по лицу дал за это. За такую тупость. Так, хорошо, какая из них светлее? Я думаю, они обе одинаково голимые. Ну, смотрите, нет, они жестко, они стреляют на поражение. Так, используйте WSD. Блин. Ох, смотри, как руки... Как руки устают. Успели, фу. Неужели она сдохнет, и мы к отцу придем с трупом? Это необычный поворот будет, это было бы очень круто, на самом деле. Но нет, скорее всего, так не будет. Но драматически это было бы очень интересно посмотреть, как бы сыгралась эта сценка. Так, давайте делать ставки. Мне кажется, ее отец умрет. В конце этого эпизода. Да. Ребята, это мы сделаем перерыв. И я даже не буду комментировать все, что здесь происходит. Просто попрощаемся, и я залью второй эпизод. Точнее, вторую часть второго эпизода очень скоро. И оставайтесь со мной, и не пропустите. Очень скоро будет, обещаю вам. С вами был Юджин. Огромное спасибо еще раз всем, что смотрели. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВКонтакте и Стиме. И, в общем, по всем ссылочкам внизу в описании зайдите. Там будет очень много сюрпризов для вас. С вами был Юджин. И Петюля. Вот сюда, даем. Только не разбейте монитор. Раз, два, три и пять.